А зимой как будем, Дениска, самоловки ставить? Короче, каждый свои самоловки будет ставить и потом счет вести? Я бы поставил, так у меня их нет. Я могу тебе дать, но как бы сразу 5 баллов мне сверху идет. По-другому, да? По окуням? Да ты же вчистую продуешь. Ну, то буду участником. Да, соревнований? Да. То есть Андрюха даже сейчас не участник, да, соревнований? А, группа поддержки. Тебе надо, Андрюха, слышишь, в следующий раз эти бубоны на руку, знаешь там. Ну как, знаешь? А? Ну да, эти черлидерши, они идут там. Называется вроде грамота. Ну ты просто на руки их оденешь, будешь гребсти в них и там давай, 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 Артур, давай, вперед, вперед. Ну там еще, Андрюха, нужны танцы. Когда надо успевать. Так успевай, подпрыгнул, потанцевал, раз, раз, попой крут. Попа круто, ну да. Ну-ка покажи, как ты это будет. Вот, вот, вот. Ну надо эти штучки на руку одеть. Репетиция. Опа, выход. Блин, я переборщил, аж блесна убежала. Сейчас. Сейчас мы попробуем. Да, блин, сейчас. Повторим процедуру. Легкий, нежный заброс. Опа, там ребят что-то прыгает сильно. Ну, легкий заброс был. Был легкий заброс. Повторяем еще один легкий нежный забросик. Да. Смотри, вышло, все промазало. И не хотит. И не хотит. Ух ты, ух ты, ух ты, какие кульбиты выдает, смотри, не крупные, а кульбиты-то какие красивые. А что с ним, он как-то боком идет. Все, почти сошла. Ха, и счет, ребята. Так, Андрей, а победный танец? А так не успел. Андрюха опять, Дениска чуть с лодки не вылетел. Не знаю, группа поддержки у меня в этот раз вообще не работает. Не работает группа поддержки. А, видишь, на репетиции. На репетиции. Че там? Да, я сам сниму, да. Счет становится 3-0. Ожидаемый счет, надо так вот. Ожидаемый счет, конечно, ребят. Он взял. Ух ты как, ничего себе. Даже так можешь. Небольшенькая, но дает бой. Все, все, заводи. Счет. 3-1. 3-1,5. Творила, да? Шла, шла и ушла. Куда ушла? Не упасть опять, как обычно, в воду. Голод.
одной тут надо, да? Ага. О! Выход! Блин, хорошая как будто бы. Ну, хорошая тоже. Как ее брать? Не знаю, Артур. Опа, вот это хорошее. Вот так вот, ребята, делается история. На ровном месте. О, смотрите, какая. Андрюха! Смотри! О, тихо, тихо. Блин, нифига такой выход красивый был. Да. Да? Зацепил? Зацепил. О, зато тут правда какие. О, какая. Знатная. Надо было туда лодку берег. Все, уже берег. Я вот так покидаю, но где-то бетон строил. Дико без мелочь прыгает. Ну. Да, скинул, два, на все, внутри, сюда. Ух, смотрю, мелочь, вот сюда, думал, пушки, знаешь. Ух, ты даже с ведра вылетела. Ты что, подруга? Все. Я потом еще кинул. Да. Да что ты там, ну? Не, выпрыгивай все равно сюда. Танец победителя. Счет, Денисочка, становится 4-2. Это разгромный счет для тебя. Да. Я потерпел фиаско. Полная аско. В общем, ребят, приехали на избу. Будем обедать. Сварили вот такой вчера уже вечером грибной супчик. Супчик просто объедение. Вот камера не передает это, вот, ни ароматов, ни, ну, но вообще вкусно. Пообедаем, да поедем еще, будем пробовать, пока есть время. А ну нынче в дефиците, так что давайте. Приятного всем аппетита. Спасибо. Спасибо. Так ты сматывай что-то. Блин, что-то реально хорошее. Бля, низко, я вам что-то взял, перехватил у тебя. Подкатил с ней? Он искусил, все хорошо. Я даже испугался смальца. Окунь. Ух ты. Это окунь, ребят. На, Андрюх, держи. Держи. Это опа. Ой, хорошенький. Ой, ребят, хорошенький. Вот это колобок. Вот это реально. Давай его сейчас взвесим. Этот уже надо взвешивать. Так, мой спинка, дайте мне. Чего, Денис, какого ты колобка взял? Да нет, взял ты конкретно. Так, сейчас я достану безмен. Дал жестко, да? Ох. О, вот это ему. О, не описать просто. Так, а где у меня безменчик? Ну, я думаю, что это где-то килограммчику, да? Я, наверное, вряд ли. Так, сейчас. Я тут принесу. Сейчас. Все. Так, дай мне. А как-то под жабры освободи немножко. Все, опускай. 825. Слушай, неплохой, действительно, окунь хороший. Достойный. О, и бой дал достойный. Ну да, я думал щука, да, пока он не поднял эти плавники. Плавники свои, да. Я думал щучка. Ох, там сколько хороших кадров. И Бонд, и Петр, и цены, наверное, написаны на них. Бонд и Петр, и цены. Это не реклама табака. Это мы и курим. Тут собрали, лежали вон. Лежали, нашли. Андрюха, ты что ли куришь? Ой, Андрей, я тебе сколько раз говорил, бросай ты это. Еще и разные, смотри, да? Ну, экспериментируют, богатые, видишь, у них. Ну, и причудят, сколько этих.
по-моему, я еще за... сматывать-то будет. Подними. Так, пускай на топ. Я пока не могу понять, что там и откуда оно лезет. Это щука. Угу. Ох, парень, хорошая. Хорошая. Вот оно дает-то. Хорошая. Хорошая. Пока Павлюкевич встанет. А чья это леска, я стесняюсь спросить? Моя. О-о-о, ребятки. Ох, смотри, оцепилась как четко. Так, вы как-то друг другу не мешайте. Доматывай до конца. Кончик этот весь нам. Ох, какая. Красавица. Слушай, дала так хорошо. Она дала, знаешь, смотри, она ударила. Я прям почувствовал удар такой, да? Потом в обратку пошла. Я думаю, это, ну, что-то это, видно, окунь бил. Я его как бы вернул, спиннинг, и все. Но тут уже двухи. Рекламу сигарет. И счет, Денис, какой? 5-2. Поэтому есть смысл завтра потроллить. Так, дайте я попробую связь. Вообще, ребята, поехали мы, если честно, на связь. И решили заодно подорожить. И вот такой вот результат. Неплохой окунь, мелкие были, но мы не стали их снимать. Окунь на 740, да? Ой, 800. 800. Ну, надо ставь туда-сюда. И у этого щучка такая, килограмма на 2, наверное, уже. А связи нет. Придется ехать дальше. Поедем дальше. Реклама сигарет закончилась? Да. А куда ты все поубил? Ну, она не сзади меня. Ну, действительно, что ты, Андрюха, тут наложил? Ну, зажигалки мы нет-нет, да... пожары вот тут устраивают. Костерки. Маячные, или как они там называются? Маяковые козы. Блин, парни, вроде неплохой. Вроде точно неплохой. Не очень, конечно, как бы низкий. Опа! Слушай, как дал. Наверное, тот же есть. Далеко. О, смотри, вообще смазал. О. Видишь? И забагрил. Нет, ну такой неплохой. Неплохой, слушай. Опа! Да блин, да стойте! А что ты не мотаешь? Ой! Ой! Мне же мотать надо. Что, брал? Да, дно. Дно? А, нет, не, он мелкий прибежал. Тащил его сюда. Надо это? Сломает он спиннинг, пока ты, Андрюха, собираешься. Нет, ему надо, он говорит, не надо. Что? Ну он сломает когда-нибудь спиннинг. Ну сломает, сломает. Так, кто украл мою вертушку? Я не брал. Знаешь, у нас перебор появился в коллективе. Не, такого у нас точно нету. Я почему-то грешу на обидку. Не-не-не. Бьет-то, да? Или окунь, наверное, окунь. А, да? Да, да. Ох, какой. Ох, какой прыткий. Только не профукать. Нет, профуков уже. Ага. Ну вот этот уже похож на окуня. Похож на окуня. Ну пора и мне, все. Нашел украденную вертушку, вор обнаружен. Ну, он тоже такой. Дюха, ты разучился пользоваться сачком? Сейчас уйдет. Дюха разучился сачком больше? Нет, он еще и подмотал его близко. Так просто... он взял недалеко тут же. Ну это такое же.
все, я вымотал. А? Андрюха ж мой ждал что-то. Пошел, когда ты распустил. Да я все, я же говорю, распустил. Ну вот этот не ушел. Да как-то он вроде даже и шел на меня. Так вот, у меня тот тоже на меня пошел. Я вообще думал, ушел сначала. Я посмотрю, развод такой. Почему они одиночные? Защук? Как же я его дам? Хорошо. Хорошо. Какой акушар. Ага. Что ж там, дружочек. Он делает беды. Вот, ребят, профессор. Вот такой вот окунёк. Вот такой вот окунёчек. Несколько раз бил и все-таки взял. А? Красота. Сегодня, ребят, мы решили. Ага, на меня. Вот он я. Сегодня, ребят, мы решили посвятить день троллингу. Потому что вчера под вечер немножко стало попадать. Вот щучку поймали, окуня неплохого, именно вот на троллинг. Поэтому решили сегодня попробовать попытать счастье так. Вот с утра Денис сразу поймал щучку, я поймал окуня. Ну, продолжаем, день продолжается, день только начался. Так что давайте, не мешайте нам, продолжаем. Вот такая вот, ребята, изба на острове. Другому. Она тоже когда-то была по-черному, потом вот ее переделали, все уже рухнуло, уже давно здесь никого нет, все позаросло. Когда-то жили люди. Жили люди когда-то. Это что? Все. Вот так вот. Все умирает, все гибнет. Хорошая изба была, хорошая. Дом красочинный здесь был. Место хорошее. Материк вон рядом. Ладно, поехали. Да. Посмотреть. Как тут, что тут? А тут вот такая вот беда. Время беспощадно. Да. Тропа даже, смотри, тропа даже росла, вот она. Вот тропа была. Добрый вечер, дорогие друзья. В общем, мы собрались, едем сегодня уже домой. То есть с утра поехали, подорожили. Как-то, ну, поймали, Дениска поймал щуку неплохую. Я поймал окушка такого тоже неплохого, достойного. И как бы все, ну, были поклевочки какие-то, ну, нерезультативные. Поели, пошли немножко ягод пособирали. Будем выдвигаться. То есть погода, конечно, стоит шикарная. Солнышко, тепло. Но, как ни прискорбно, но надо ехать домой. Так что давайте. Следующий, наверное, выезд будет не скоро у нас тут. Уже пора и на работу, отпуска заканчивается. По возможности будем, конечно, выезжать, снимать. И опять же радовать вас какими-нибудь новыми видео. Давайте. До новых встреч.